Я родился 26 августа 1923 года в селе Большое Акулово. Это Нижегородской ныне области. Раньше была Горьковская область. Там жили мои родители, брат и две сестры. Населенный пункт находился 290 километров от Москвы. Мы часто проводили каникулы в Москве. И меня два дяди пригласили в Москву на каникулы. И вот я был с ними. Они работали там, были холостяки пока. Через несколько дней очень большое количество людей собралось на площадь, где громкоговоритель был установлен, и что-то слушали. Когда мы выбежали на улицу, дядя и я убедились в том, что Германия без объявления войны напала на Советский Союз и нарушила в ряде мест границы. Готовилось общее наступление под Сталинградом. И нужно было провести разведку переднего края обороны фашистов. И мой взвод, где-то в 0 часов, приступили к выполнению приказа. А для того, чтобы выполнить ее, нужно перейти на ту сторону Дона. Встретили пулеметную очередь с вражеского берега. Мы залегли цепью по берегу. И по моей команде вперед, короткими перебежками, начали двигаться на ту сторону. Вышли на тот берег и начали работать по выполнению приказа. Работа заключалась в том, тот берег противника был высокий, господствующий. Видно, понимаешь, любую цель с этой высоты. А наш, где наши войска были в обороне, это он был внизу, в низине, в ложбине. Так что мы у них были все время на прицеле, на мушке. В одном из боев, недалеко от Сталинградского калача, я был ранен в правую голень и вышел из строя. Меня увезли в медсанбат. Я некоторое время находился там и, естественно, свою часть уже догнать не мог, потому что она ушла далеко вперед, а нас направили на сборный пункт, и на сборном пункте меня оформили, я имел звание лейтенанта, меня оформили командиром взвода мотострелковой роты автоматчиков 4-й мотострелковой бригады 2-го танкового корпуса 3-й танковой армии под командованием знаменитого генерала Рыбалка. В боях за город Харьков на территории завода «Серп и молот» завязались кровопролитные бои. Вот такие бои, ад был кромешный, ад. И вот уже в мирное время еще раз
взвешиваешь, как ты уцелел, так это только известно одному Богу. Враг нашу роту положил, и невозможно было не то что подняться в рост, даже поднять голову. Командир роты Деев, младший лейтенант Деев, был тяжело ранен. И по цепочке передал командира второго взвода Левина ко мне: «Я ранен, принимай роту и обещай мне, чтобы она с честью выполняла приказы командования». Я ему поклялся, что я исполню эту просьбу. Снятся очень часто, и снятся так, почему один и тот же сон может через некоторое время присниться, повториться. Вот как будто бы на вечерней проверке выстроили всю роту, и я стою, и старшина командует ротой, делает перекличку. У нее журнал, делает перекличку. Он называет по фамилию. Этого человека нет в строю. Тот правофланговый за нее отвечает: «Погиб в боях за Родину». Следующего называет: «Погиб в боях за Родину». Ну и так несколько человек. Отвечает, что они погибли. И как будто бы я подхожу в это время и дополнительно говорю, что сейчас новые пополнения к нам прибудет, в числе этих будут такие фамилии: Шапран, Доныч, Миронович, Апраксин, взамен тех, которые погибли.